Октагон. Для поклонников боевых искусств нет слова приятнее. Восьмиугольная клетка давно стала синонимом так называемых боев без правил. На самом деле здесь правила мало того, что есть, они еще и очень строгие. И конкретно в любительском ММА строгие вдвойне. В зале Фокозаречья впервые прошли поединки под эгидой организации Олега Токтарова, Федерации ММА. Для Нижнего Новгорода такой турнир в новинку. Но в Москве и Подмосковье подобные соревнования проводятся уже 5 лет и становятся очень популярными. Теперь пришла очередь и столицы Приволжья присоединиться к Федерации Олега Токтарова. Нам задачу ставят, чтобы наши нижегородские спортсмены приняли участие уже в следующем году в аналогичных турнирах в Китае, в Океане. Поэтому сейчас будем готовить. Команда в Нижнем Новгороде очень сильная. И спортсменов, и врачей, которые будут заниматься спортсменами, обслуживать команду. Поэтому цели амбициозные. Контракты в UFC. Первый нижегородский турнир «Time to Fight» под эгидой Токтарова прошел в формате открытого. В октагон вошли около 30 участников из Нижнего Новгорода, Владимира, Иваново и Подмосковья. Соревнования были скорее примерочными, чтобы оценить степень подготовки наших бойцов. Что ж, проверка пройдена. Теперь ждем появления нижегородцев в клетках международных турниров. Григорий Ажигин, Ренат Бикбаев и Сергей Пермовский. Объективно спорт, ННТВ.